Здрасте. Здравствуйте. Михаил Сергеевич, что это вы дверочку туда-сюда дергаете? Надеюсь, что исчезну, как Манчини? Да нет, я подумал, что в вагон-ресторан попал. Вы думаете, там, где кухня, там и я? Там, где кухня, там и мясо. Ой. Извините, ради бога. Теперь поедем, как бомжи. Дмитрий Юрьевич, вы бы от окошка бы отсели, а то продует. 5-1. Как в том матче. Одним бакланом меньше. Где вы были без газовой трубы? Киржаков! А! Да где были? Да хуже вас только кони! Пойдите! Да! Опа! Господа, я вижу, вам угодно дать волю животным инстинктам, но с вами в одном вагоне едут люди более тонкой душевной организации. Давайте спать! Да вы не в казарме, чтобы тут командовать. Ну! И не в конюшне, чтобы нукать! Ясно? Да! Что далеко ходить? Вратарь половина команды! Кто вратарь нашей сборной? Акинфея! Да, да. Что? Всем привет! О! Теперь самолетами вообще никто не летает. Железка мой дом родной. Ага. Че хулиганит-то? Да я вообще сидел, никого не трогал. Этот ворвался со своими копытами. Михаил Сергеевич сел на мое место. У меня первое! Это у вас в том году было первое место. Сейчас уже первое место у Локомотива, понятно? Если бы не Шпалыч! Вот если бы не Шпалыч! Да, да, что? Где потому что? Посмотрите, это «Зенит». Сине-бело-голубой. А вы посмотрите на свои хари и перестаньте спорить со мной. То есть я правильно понимаю, что мы здесь все троем? А вы, значит, у нас Д'Артаньян? А какие могут быть варианты? Канарии? Очень много разных вариантов. Послушайте меня! Да вы все поняли. Взрослый человек! Настоящий петербург. И вам не надо. Дарались! Динамо пришло. Распеваем? А надо. За наших болеть едем. Песню распевай. 3-4. Оле, 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 оле. Россия вперед. Оле, 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 оле. Россия вперед. Оле, 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 оле. Россия.